Обвинение в адрес министра внутренних дел и вице-премьера Израиля 57-летнего Сильвана Шалома выдвинули сразу несколько женщин. Политик отрицает свою вину, но покидает свои посты. В воскресенье генеральный прокурор страны распорядился начать расследование в отношении Шалома. Обвинение в его адрес выдвигают многие женщины. Сам политик настаивает на своей невиновности. Решение покинуть свой пост он объясняет желанием уберечь от скандала свою семью. У 57-летнего политика 5 детей. Шалом также уходит с поста министра внутренних дел. Он занимал его с мая этого года и отказывается от места в Кнессете. Там он представлял правящую партию Ликуд. В ноябре другой ее член также сложил полномочия из-за обвинений в домогательствах. Но по оценкам аналитиков, уход Шалома не отразится на популярность действующего правительства.